Господи, а? Фух, открыть дверь-ка. Наконец-то! Матери открыли. Ой, мама, ты уже вернулась? Ты не могла бы еще минут 10-15, быть на кухне и не заходить к нам в комнату? А что? Нечто намечается, что? Мама, а что такого? Мы с Вадичкой уже давно взрослые люди, мы имеем право на личную жизнь. На твоем Вадичке пахать надо. А он на 15-м году жизни совместной оргии устраивает тут. Ах, так? Ну, спасибо. Спасибо, мама! Родная мать! Раз в жизни, может быть, дочери так повезло. Ребенка отправили в лагерь. В квартире никого нет. Муж во мне увидел женщину, наконец. А ты... Ладно, иди, иди. Мать тебе не враг. Мать тебе не враг. Только потом не жалуйся, что спина болит, колени натерла. Мама! Ну, тогда я... Ну, значит, договорились? Полчаса. Дура. Прям как я в молодости. Good morning, Ильинична. Любочка, все по хозяйству хлопочете. Да, все я. Все одна. Мрет теща, зарастут грязью. Вспомнят тогда. А что? Кончилась вода? Да не вода, а вспомнят тогда. А, я уж испугалась. Любочка, а где наши капитаны Григорьевы, красавцы? Что-то я их давно не вижу. Ну вы, Серафима Ильинична, и даете. Григорьевы-то наши уехали уже на новую точку дислокации. Мы вчера все квартиры провожали с вами. Что вы говорите? Кого прижали? Да не прижали, а провожали. А мне теперь приходится убирать последствия. Кто под следствием? Да Серафима Ильинична, не хочется мне, конечно, вас оскорблять. Ой, Илюшечка, какие вы слова-то говорите. Хотя, правда, ваша, девчонки уж такие распутные стали, такие распутные. А под следствием, да, Федька наш под следствием. Грузина убил вчера, грузина. Как убил? Наш Федька грузина убил? Убил, Любочка. А Светка в Швецию уехала. На клюкву, говорит, в Швецию уехала. Так что, Любочка, помру я. И вся квартира ваша. Да, конечно, дождешься от вас, черт из два. Скорее я помру. Помру я. Вся квартира наша. Всякая. Квартира наша. А что же это я стою? У меня же там дети не кормленные. Побегу накормить. Дети, капустки просили. Открывайте, открывайте немедленно. Что такое-то? В этом вся твоя мамаша, смотри, пришла, приперлась, елки зеленые. Мама, я же просила тебя полчасика подождать. Не могу ждать, дело очень важное. Тут елки зеленые, у нее дело важное, я, значит, здесь
Ваньку валяю. Ну, все. Теперь иди открывай. Уже может вообще ничего не ложиться. Открывайте! Наконец-то! Я, конечно же, очень извиняюсь, но у меня экстренное сообщение. Жот, вам пенсию стали платить в долларах, что ли? Да нет, пенсию платить не стали. Просто мою я на кухне посуду, а Ильинична мне не говорит. Ой ты, елки, вот именно сейчас мне интересно было послушать, что говорит Ильинична. Да. А если ты хочешь знать мое, мама, мнение, то в первую очередь ты должна извиниться перед Вадичиком. Да, извиниться. А во-вторых, ты должна покинуть нас, оставить хотя бы на полчасика, как обещал. На полчаса это только из-за вас, а так я часами могу здесь колоброть. Я вообще еще не то могу. Да ты ни на что не способен! Ни на что! 15 лет как приехал в город, и все, Вадик, Вадик! Младший сержант из коммуналки! А у тебя скоро сын сюда невесту приведет! Алина, я сейчас... Мама! Ты же знаешь, что... Поделись, спокойно, я... тебе нельзя волноваться, давление. Мама, ты же знаешь, что Вадичек честно служит трудовому народу, что он не берет взяток, он в жизни ни одной взятки не взял. Да кто ему хоть раз в жизни предлагал эту взятку? Он и рад бы взять, да никто не дает. Слушайте, знаете что, а? Я, конечно, человек тихий, но я сейчас не при исполнении. Это я в кабинете у себя команду, а здесь сейчас возьму и совершу преступление вон тапком, как дам сейчас в лоб. А боя. Вот об этом я и говорю. Федьку посадили, капитаны Григорьевы уехали, передислокация новая горячая точка планеты. Светка наша в Швеции, стало быть, в квартире только мы и наша Ильинична. Если она умрет, вся квартира будет нашей. Когда умрет, тогда мы прибегали посреди исполнения супружеского долга. Да еще такого профессионального. Видно, правда говорит народ. Как одену портупею, все тупее и тупее. Мама! Алина, да это что я, такое? Я, между прочим, мама, тоже... Как это? Я тоже ничего не поняла. А эта доченька просто заразная. Заразное заболевание. Ладно, поясняю, это слабоумных. Для того, чтобы эта квартира принадлежала нам, нужно просто-напросто помочь. Помочь нашей Ильинишне поскорее перейти из этого мира в более лучший. Да вы что, а? Да вы что, Алина, а? Вы знаете же, что я же младший, между прочим, младший сержант милиции. И, между прочим, именно такие, как я, младшие сержанты, стоят на страже закона государственного и на страже таких вот простых граждан, как ты, как, ну, я, как Ильинична, наконец. А вы мне предлагаете что, бабку контрабандить, старушку маленькую, весом 52 килограмма, ростом 1,54 м? Да вы что, с ума сошли? Мне у нее из борща кусок мяса стащить, и то стыдно. Через силу это делаю. Вадичек, но ведь Ильинична действительно зажилась. Ты что, Алина, а? Ты а что? Ты что, сдурела? А что? Ты что, сдурела? А? Подумай сам, Ильинишне, годом больше, годом меньше. Что ты имеешь? Никакой разницы нет. Для нас это возможность начать новую, чистую, честную жизнь, полноценную. Не по 15 минут, а не по полчаса. Как у вас языки-то не подсыхали, а? Такие гнусности мне предлагать. Запомните, что я никогда преступником не буду. Мне вон сколько раз предлагали, никогда я не стану преступником. А если так разобраться, то и своих, конечно, тоже не заложу. Вот. Делайте, что хотите, чтобы я об этом не знал. И чтоб алиби у меня было. На рыбалке, например. Или еще где похлеще. Мама, ты ведь уже все придумала сама? Да само собой, само собой. Только времени у нас в обрез. Бабку нужно кончать сегодня. Как там, что слышно? Тихо, тихо! Только телевизор работает. Значит, действуем, как договорились.
Накручиваешь пробочки, стучишь, и ленишь на выходе. Да-да-да, вот здесь спотыкается. Тыкается головой на гвоздь. Лом. У нас железная алиби. Мы сидели в комнате, а твой любимый Вадичек вообще в магазин якобы пошел. Гениально, мама. Значит, я сейчас выкручиваю пробки и зову. Давай. Больно. Серафима Ильинична, вас к телефону. Одеколоном? Сейчас принесу одеколоном. Что за черт, а? Ах, я... Кажется, получилось. Пес. Пестрая лента. Ой, одеколон. Одеколон-то нужен был. Кому одеколончик-то кому нужен был? Спасибо, Серафима Ильинична. Уже не надо. Ну ладно. Пойду сама. Допью. Ну что, дочка, потащили? Ой! Ой! Мама, что ты делаешь? Что же делать? А он бежит уже! Тихо, 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 дочка, спокойно, сейчас. Сейчас мы вынем его. Ой, ой, не столько. Давай, господи, мама. Подними головочку немножечко, солнышко. Подними головочку. Что? 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 Больно? Да вы что? Девочки, а? Вы что ж, девчат, вы начать решили с меня, что ли, а? Что ты, Вадичек, что ты? Мы просто с мамой сделали все, чтобы Ирина, что гвоздем в лоб попала, понимаешь? А попал почему-то, я не знаю почему, правда, мама? Маша не знает. С мамой, да? С мамой, значит, да? Вадичек, Вадичек, тебе нельзя волосы. Значит, с мамулей, да? Вадичек. Сейчас мамуля я буду спотыкаться, а вы будете всем хороводом бошками на гвозди обрушиваться. Значит, объясняю тебе боевую задачу. Ставишь бабку туда, сама встаешь вот сюда, подпрыгиваешь на голову палый тюк. Вот так. Поняла? Ну, скорее говоря, да. А как же Вадик? Вадичек твой будет в это время на дежурстве. Когда придет, все будет сделано за него, как всегда. Заряжаю боевой тюб. Ну, ты все поняла? Честно говоря, нет. Ну, тогда иди в комнату, я сама все за тебя сделаю. С удовольствием. Пойпера. Все приходится делать самой. Так, старушка здесь, я здесь. Серафима Ильинична, смотрите, как я прыгала в детстве. День падает. Еще раз, еще раз,
Серафима Ильинична, вы там? Я здесь. Посмотрите, как мы на скакалочке прыгали. Не падайте. Серафима Ильинична, я. Зеленый, из-за вас фуражку забыл. Дырку на башке прикрыть-то нечем. А вы что это там, мамань, делать-то, а? Решила половицу забить. Вот тут, вот. Ногами. Да вы с ума сошли половицу-то. Ее ж надо либо молотком, либо взять покрепче вот ногой. Мужской настоящий. Взять и мозолем так пяточным ее. Как хрен! Накс! И что это случилось, а? А ничего не случилось, Серафима Ильинична. Просто наш Вадичек книжек начитался. Да, начихался. Нюхать меньше надо, меньше будешь чихать. Ну что, я, наверное, пир скажу все-таки. Так, хватит. Хочу выпить за нашу дорогую, любимую Серафиму Ильиничну, да, которая сегодня празднует свой, можно сказать, юбилей. Вот. За вас, дорогая Серафима Ильинична. Живите долго в кругу, можно сказать, вот своей второй буквально семьи. Я так считаю. За вас. Ой, спасибо вам большое. Я-то старая дура думала, что у меня именины зимой. Оказалось, летом. Совсем я старая. Да какая же вы старая, Серафима Ильинична. Вы еще очень даже молодая. Чику. Вам еще жить да жить. Ой, чего бежить? Я говорю, жить да жить. Вот, специально для вас купили платочек. Мы с Алиной выбирали вчера платок. По-моему, ваш цвет. По ларькам шаст. Да. Ой, какая прелесть, ой, какая прелесть. Я его сразу его... И запихну куда-нибудь подальше, положишь, поближе возьмешь. А что это вы чай не пьете, Ильинична? Вот тортик для вас специально, с кремом, как вы любите. Немножко водочки. Ой, чай-то какой! То ли с клюквой, то ли с мятой тортик. Ой, торт-то какой красавец-то! Что-то я тортик-то захотел сладенького. Да, Ильинична, я тебе отдельно потом торт дам. Ну, отдельно так отдельно. У меня в семье дисциплина-то жесткая. Ой, направьте мне в рот, Людочка. Спасибо, Людочка. Ой, прямо тает в полке, да? Мама, а ты добавляла Ильинишне в торт нашего специального фирменного крема? Добавляла, конечно. Чай у Серафимы Ильиничны с мятой. О. С мятой. С мятой. Ой, звонят. Ну сидите, я пойду открою. Может, это пенсия приехать. Так, мама, ты точно ничего не перепутала? Может быть, твоя мята выдохлась? Точно ничего не перепутала. А если не веришь, на, проверь! Ё-моё! Ты что? Вы мне в башке дырку сделали? Теперь вот, смотрите! Я ж не знаю, что я теперь могу, не могу. Что ж это, ну, мама? Ну, держись, сейчас я вам тем, что осталось, полбута на 100 чего. Слушайте, радость-то какая! Нашего Федю-то из тюрьмы выпустили. Домой возвращается с гостинцами, вот радость. Ну, это ж радость, так радость. Ой, говори, Любочка, сейчас я вам телеграмму прочитаю. Ой, слушайте, я что-то прям не вижу ничего без очков-то. Ой, давайте уж я прочитаю. Мне теперь похоже уж только читать. Я теперь чтец буду.
Ах, елки, да не надо дуть-то, все-таки больно ж пожог живому. В связи с изменением климата горячая точка остыла, точка. Ждите домой, точка. Капитаны Григорьевы, точка. Значит, капитаны, мама, тоже возвращаются. Да, освободили жилплощадь.